В общем, касаемо нефтянки, тут все поддержки, вот они, 40-90, в общем, 41-40. Тут начиная с 29-го, либо 27-го, если вот эту не учитывать, идет постоянно байер агрессивный. Открытый интерес вчера набирали чуть-чуть, сегодня чуть-чуть малёка сбросили перед выходными. Ну здесь без пробития 42-й, ну никак. Если вы в покупке 40-го либо 40,5, то 42-я здесь просто так не сдадут уровень. Кто здесь лазил? Что это за настройки такие? Ну, немножко скачок по ликвидности, там, по шкале 3 балла, но 4 сессии так четко удерживали контроль в районе 40-41, поэтому заслуженно здесь важный диапазон. 5 сессий, 1, 2, 3, 4, 5 сессий. И вот они пришли на первый уровень сопротивления. Сорок два пятнадцать по 41,85, вот он. Пришли, остановились как положено. Могут добрать объема, там откорректироваться до 41 и создать маневр. Так, 42,80. 43,30. Второй уровень, который может быть на пути, и до загрузка на 44-й. Ну, если дойдут до 45-й на следующей неделе, это будет неплохо. Так, бренд. Crude Oil. Так, здесь также приток ликвидности. Обратите внимание. Вторую неделю причем. Так существенно видно даже. Начиная с 25-26. Вот оно. $45 и $44.50 ставите как уровень сопротивления. Если расширяют, вполне может быть действительно разворотятся и пойдут там до 53-й, до 50-й. Так, такой важный массив. Тут фактически 3 недели или 2 сражались. Это уже такой существенный блокпост. Поддержка. Сейчас мы немножко минимальный запрос поправим. Блокпост последний в районе 42-42.35. И вот уже массивчик в районе 42.70-43.10. Это все за 4 сессии развернули, но каких? Так, и золото.
Посмотрите еще третий сорт нефти, там обычно все проще. Он менее популярный, но хоть ликвидность есть какая-то. Итак, Gold Comics, и у нас плита по золоту уже с 28.07. Одни и те же даты. Так, смотрим кластер профайл. Уровень остался в Mission 1400. Ждем. Я думаю, что вопрос времени. Видите, никто бы даже не подумал, что именно этот уровень они не захотят проходить на этой неделе. Значит, двухблочная модель на покупку. Тут, соответственно, три тройки. Заканчивается вся эта активность 13.15 в качестве поддержки контрольной. То есть вот у нас сопротивление 67.73 и вторая для рикошета стена 13.15, три троечки. Ликвидность тоже не фонтан, и плавненько-плавненько она все тише и тише. Поэтому следите за сопротивлением, ну и будут еще покупать или не будут 13-15 по 33 троечки. Тут достаточно важный уровень, тут 4 или 5 сессий, и здесь еще два массива. Так, по дельте. Вот они. 3-4, ну, фактически 3 тройки по 36.5. Это для точности вычисления. Ну, на всякий случай, вдруг резко вернулся в понедельник на 55-56. Активность тут пару сессий ввелась как раз вот в коридорчике разведчиков 47.5 по 13.50. Пока пробили, но вдруг остепенятся и возьмутся преимущественно на этом участке дельта за байером, но вот эти вот 3 числа и 26 были же все-таки селлеры, причем 11-12 контрактов тысяч. Ликвидность 600 665 641 744 дельта 709. Ну и три тройки 13.36.5. Такой ближайший блокпост, где они могут замедлит свое снижение. Так что вот так вот. На сегодня все. Спасибо, что посетили Wall Street Online. Не забывайте, даже летом. Вроде бы на этот раз будет даже на YouTube, единственное, что частями, и хороших выходных, светлых, теплых дней на выходных, без дождей, что было, и попутного тренда на следующей неделе, встретимся в пятницу в 20.00, как обычно, по той же ссылке, ничего не меняется, кроме рынков. Всего хорошего, до свидания, пока.